Всем привет! Вы на канале Алина и Алиса. Это я сегодня вам хочу показать вот такую вот коробочку технопарк про поезда. Всем привет! Это Алисана первое видео после долгого перерыва, так что не обессудьте. Алиса хочет показать набор своих поездов красивых, да? Да. Они у нее все лежат в такой коробочке. Она ее сама раскрасила, сама наклеила тут поезда. Да. Ну, давай, показывай. Это не вся коллекция поездов. Угу. В технопарке большая коллекция, а не только 6 фигурок. Угу. Хотите посмотреть, какие у меня поезда? Ну давай уже, открывай. Опа. У меня лежат поезда. Это не все еще поезда, у нее еще есть большая железная дорога, но сегодня мы будем показывать только из коллекции технопарк, да? Это у меня такой сапсаник. У меня открывается сапсан, у него дверка. Угу. Еще у него аукционный механизм. Да. Нравится очень. Я думаю, смотреть будут те, кто немножечко все равно знают уже про эти поезда. Показывать мы не будем, как они ездят. Все уже, я думаю, в курсе, да? Да, они просто вот так вот делают, и он сам едет. Угу. Его надо сейчас мы просто показываем, какие у Алиски есть, да? Скоростной поезд. Угу. Это мой любимый поезд. Уходим его сюда. Угу. Дальше какой у тебя? У меня есть еще вот такой электровоз. РЖД. Тоже дверка открывается тут в другую сторону. Также аукционный механизм у него. Красивенький, яркий поезд даже. Мне тоже нравится. Это без звуковых эффектов, да, поезда? Да. У них нету звуковых эффектов. И сапсан, и электровоз. А все остальные это звуковым эффектом. Например, метро. Вот такой он зад и вот такой перед. Крыша у него красненькая. Немножечко, тут открывается дверка. Открываются двери. И еще, если сюда нажать, он разговаривает. Угу. Тут 4 варианта есть. Такой вот прикольный у меня метро. Угу. Мне очень нравятся такие дырки. Это локомотив такой. Мне очень нравится его окрас, и у него очень прикольный вот этот желтенький заборчик. Тут у него даже красненький цвет, прицепочки у всех поездов, конечно. Угу. Давай посмотрим поближе его немножечко. И открываются дверки. Угу. Открывается у него дверка такая вот. Такой красивый локомотив. Покажи, что он там, какие звуки производит. Посмотрите, у него очень интересная кнопка. Нажимаешь на это колесо. Что это означает? Что, не работает, что ли? Ну-ка, давай поставим. Надо это поставить его. Уже батарейки сели. Ну, у него сели батарейки. Ну, короче, я знаю, какие там звуки. В общем, на самом интересном месте сели батарейки. Но мы когда будем следующее делать обзор поездов, мы поменяем батарейки и покажем, ага. Да? А следующий обзор поездов тоже будет, да? Это когда у нас пополнится коллекция моих поездов. И остался у меня тут вот такой большой трамвай. Вот. Закрываются вот так вот, закрываются дверки у него интересные. И у него есть кнопочки. Тут вот можно закрыть и сделать потише. Уступайте места пассажирам с детьми, бабушкам и дедушкам. Еще моргают эти, да? Да, него фонарики. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — улица Парковая. Вот такой вот трамвайчик. Он также у нас все идет, только низа. Только приемник у него вот такой вот. Прикольный гостанс тут у него написано. Красивенький. У него тут такая гармошка сделана прикольная. Угу. Какой твой любимый поезд? У меня три. Рельсовый любимых. Транспорт. У меня три любимых поезда. Целых три? Да. Ну, самый-самый любимый какой-то есть? Сапсан. Сапсан. Самый-самый любимый Алискин, да? Угу. Ты его на Новый год, да, получила? Да. Кто тебе его подарил? Алина. Алина, сестра, да? Угу. Ну, здорово.
А теперь Алиса ждет, у нас еще скоро у нее день рождения. Да, 17 февраля. И Алиса ждет еще поезда. И когда... У меня целый список. Целый список, и когда ей подарят, мы сделаем новый обзорчик, да? Там будет синий трамвай, там ласточка, аэроэкспресс и так далее. Такие у меня поезда. Такие у Алиски поезда. Ну все, молодец, ты показала все, что хотела. Да? Теперь попрощаемся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Всем какие у вас есть поезда, да? Пока-пока.